В прямом эфире из Центрального Кототеатра празднование 10 миллионов на канале Симбочка-Пимпочка. Дамы и господа, встречайте нашего ведущего Симбу! Спасибо, спасибо, большое спасибо! И добро пожаловать на церемонию! Сегодня в зале собрались все котята с канала Симбочка-Пимпочка. Сегодня с нами малыш Бенти, которому мы очень долго подбирали костюм нужного размера, но так и не смогли. Кто никогда не приходит в кото-школу, но на праздники тут как тут. В зале хозяин! Ура! В зале находится Муздой. Она очень не хотела идти, но мы ее уговорили. С нами Були! Я пообещал Були, что мероприятие будет веселым, а не какаш... Кайто! Он сегодня в зале, мы его давно не слышали, но сегодня он произнесет речь! Сразу после тайного гостя. Ой. Блин, Кайто, лучше бы ты и дальше молчал. А у экранов смартфонов наши дорогие фанаты! Фанаты, для которых мы и делаем наши игры и мультфильмы. Делаем с большой любовью и большим старанием. И специально для вас в конце церемонии мы подготовили праздничный эпизод! Сегодня мы установили 6 номинаций. Лучшая фраза! Любимый популярный выпуск! Любимая песня! Лучшая мобильная игра! Самый трогательный момент! Любимый герой! Каждый будет лишь один победитель. И для оглашения первого победителя на сцену приглашается Були! Все мы прекрасно знаем, кто произносит самые яркие и запоминающиеся фразы. Но вместо того, чтобы сразу признать победителя, Симба зачем-то решил проводить голосование. Ладно. Итак, номинанты на лучшую фразу. Муздой, ты какашка. Я же просил рыбу фигу, а не рыбу с фигой. Борщ сегодня замечательный. С капусткой, но не красный. Меня зовут Муздой, и я ужас на крыльях ночи. Пока миллионы зарабатывают диваны, я лежу на тебе! Ай, больно, слезь! Були! Какашка! И в кустах тут какашка. Почему вы вообще такие вот милые в реальной жизни? Блин! Ой, что-то я закашляюсь, Нет, не кашляй! Что это на такое висит? А, это Симба-младший же сосулька. Козюлька? Сосулька. Какашулька? Сосулька. Да я уже понял, достань-ка мне эту висюльку. И победила! Я же просил рыбу фигу, а не рыбу с фигой. Я очень удивлен. Ты не расстраивайся, Були, просто твои фразы слишком умные. И на сцену приглашается Кайто! Только не сболтни ничего лишнего! Больше людей у ролики, а у Симбы? С каждым днем все больше людей по всему миру смотрят ролики Симбочки. И уже сейчас есть эпизоды, что набрали больше 10 миллионов просмотров. Вы проголосовали за любимые из них. Встречайте номинантов! Нет, что? Правда? Да, я сам не поверил! Борщ сегодня замечательный. С капусткой, но не красный. О, какая у вас аппетитная котлетка. Возьму-ка я ее у вас. Эй, это моя котлетка. Представься. Меня зовут Муздой, и я ужас на крыльях ночи. Она идеальна. Хозяин, почему она такая большая? Хозяин, положи ее на место. Хозяин. А, помогите, нападаю! В этот раз тебе меня не спугнуть. А! Наша кафе только открылась, а дела уже идут отлично. Все, вам пропало! К нам пришел фастфуд критик, и он хочет очень быстрое обслуживание. Колу и бургер за 20 секунд. Объявление победителя. И победила сосулька. А за кого ты голосовал? За сосульку. Она и правда была очень вкусненькая. Вот тут я с тобой полностью согласен. Ко после церемонии пахнет он по сосульке. А на сцену приглашается Муздой! Конечно, я бы хотела награждать яростный рок-балладу. Однако, и среди номинантов есть песенки, что мне понравились. Итак, в голосовании за любимые песни участвовали. Я кот на стиле, в твоей мобиле. Я очень модный в автомобиле. Мне очень холодно, мне очень холодно. Мороз на улице, мне он морозит нас. Но я же в шубочке, но я же в шубочке. Милый мой кудряшка, красивый ты мордашка, Симбочка, его люблю я. Хозяин не пускает меня гулять, я не хочу лежать, я не хочу играть. Я буду умолять, вокруг ходить орать. Да я хочу гулять, пусти меня гулять. Я тигр нападает и опасен.
не бываю. Не подходи близко, никакая я не киска. Тима, я люблю тебя. Тима, я люблю тебя. И побеждает милый кудряшка. Так, Симба. Чего? Отвечай немедленно. Ты запишешь со мной жесткий рок? Да. Он сказал да. Ну, все. Следующим на сцену выйдет наш секретный гость. Приветствуйте Альпатрию! Привет, детишки! Очень рада, что меня позвали на столь важное событие. Наверняка вы задаетесь вопросом, почему я не появляюсь в роликах. А мне просто некогда. Я целыми днями играю в игры «Симбочки». Вот они, слева направо. Номинация «Лучшая мобильная игра». И побеждает прятки Симбы. Прекрасная игра, только вот меня там нет. Да ты просто так хорошо спряталась, что тебя ни в последних роликах, ни в последних играх найти невозможно. А на сцену приглашается Бенчик. Я очень рад, что у Кати получилось выступить на сцене. И что Симба сможет и запишет совместную песню. И что Альпатри сегодня с нами. Это все так я... Самый трогательный момент. Сердечко я свое не скрою, но ты его мне разбиваешь. Дядя Симба, я услышала какой-то звук. Дядя Симба, что с тобой? Нет! Ну попробуйте, кулинары недоделанные. Мою котлетку раздавили. Я тут вспомнил, у меня дела на день, так что идите вдвоем. Я. Сколько же раз тебе еще повторять, Симба, я не могу взять тебя с собой. Я возьму с собой это. Я хочу поехать! Эх, ну что ж мне с тобой делать? Слушай, я хотел кое-что тебе сказать. Я тоже хотел кое-что сказать. Прости меня. Как не стыдно! Прощайте! А выиграл? Может, и ты такая милая? Заслуженный победитель! Хотя я бы наградил сегодняшнюю церемонию. И для объявления последнего победителя на сцену приглашается хозяин! Ура! 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 Для начала хочу сказать, что дальше у нас будет много классных веселых проектов, которые мы уже для вас готовим. Скоро у нас будет сразу две новые игры. Первая, и может быть некоторые ее помнят, Jumper Cat. Это яркая и классная игра, где Симба должен прыгать наверх по стенам, чтобы спасти тигру. Ну еще, конечно, надо собрать много денежек и уклоняться от преград. А вторая, чат с Симбой. Болтай с Симбочкой на разные темы, узнавай его интересы и даже ухаживай за ним. Скоро ты сможешь стать его настоящим другом. И еще одна отличная новость. Тигра попадет сразу в две наши игры. Прятки Симбы и спаси Симбочку. Ну и напоследок в нашей игре Симба Кафе будет большое обновление. Много вкусной еды, разные рецепты и новый визуал. А теперь покажите в чате, как сильно вы ждете новых проектов. А сейчас пора вернуться к награждению. Встречайте номинанты категории «Любимый герой». Побеждает наш дорогой Симбочка! Ура! У-ху! О, Симба! Хозяин! Я просто дольше всех на канале. Зрители еще не знают, какие мои друзья классные. Когда узнают,
то я последнее место займу. Как вы знаете, совсем недавно мы подружились с одной кошечкой по имени Тигра. И Тигра так сильно понравилась нашим зрителям, что мы не можем не вручить ей грамоту за самого ожидаемого персонажа! Тигра, ждем тебя на сцене! Ой, то есть... Всем привет! Спасибо за то, что так сильно ждете меня в новых сериях! Никогда бы не подумала, что у меня появится столько друзей! Целых 10 миллионов! Спасибо всем! Дорогие зрители, наш кот Оскар подходит к концу! Но на десерт у нас особый праздничный эпизод! Внимание на экран! Сегодня добрый и классный летний день! Мы с вами поднялись на новую ступень! Готовы повторять это заново и снова! Ведь на канале нашего теперь друзья так много! 10 миллионов, нас 10 миллионов! Смешных, родных, прикольных и даже незнакомых! 10 миллионов, нас 10 миллионов! Спасибо вам, наш лучший фан! На сцене собрались мы отпраздновать число! С фанатами такими нам очень повезло! Most extremely yeah. very far. Together, there's so much to be grateful for. Rainbow. Pizza. 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 Silly chicken. You get this thankful feeling, so we say thank you. Thank you. That's stupendous. That means it's really good. Друзья с Агамим. Анжела, не понимаю, почему ты все еще злишься на меня? Правда, Том?